Виктор Львович, что происходит? Мне иногда кажется, что вас подменили. Да ну что вы, Анатолий, в самом деле? Меня вытеснили из страны, в которой я прожил 45 лет. Вы что хотите, чтобы это бесследно прошло? Я хочу, чтобы вы не превращали шахматы в войну. Шахматы и есть война. Вы что, не знали? Мы же оба хотим победить, правильно? Вам есть куда отступать, мне нет. Вот и вся разница.